Работа – первый шаг во взрослую жизнь. Найти занятие по душе и для кошелька молодежи ежегодно помогает ярмарка вакансий. На этот раз на одной площадке собрались 18 работодателей. Молодые люди, студенты и выпускники имеют уникальную возможность выбрать из представленного перечня вакансию, отвечающую именно их требованиям. Временную, постоянную или стажировку на лето. И прямо здесь пройти собеседование или получить консультацию по вопросу трудоустройства. На сегодняшний день в центре занятости населения города Иваново 1038 безработных граждан, из них 165 человек, это молодежь в возрасте до 29 лет. Надо сказать, что молодежь достаточно активна и принимает участие во многих программах, которые реализуют сегодня на территории нашего областного центра и в целом по Ивановской области. Я думаю, что сегодняшняя ярмарка будет хорошим толчком к тому, чтобы соискатели, молодые наши выпускники, нашли работу, которая бы их устраивала.